Так, завершен проект. Кухня Леруа. Фасады МДФ под пленочкой. Такой интересный с фрезеровкой фасад. Столешница акрил. Столешницы это, кстати, готовые, продаются в Леруа. Есть два размерных ряда, насколько я знаю. Это 60 на 120 и 60 на 240. Соответственно, все подгонка, вырезы, склейка производятся по месту. Здесь склеено, все заполировано. Так, из нестандартных решений некоторых, из-за того, что столешница у нас всего 2 сантиметра, варочная панель имеет тело. Это тело, соответственно, ниже необходимого уровня, из-за чего у нас духовка могут быть возникнуть проблемы. Соответственно, вообще по-правильному должно выписываться два фасада. Один ставится сюда как заглушка. Второй, соответственно, нижний ящик под духовкой. Вот, ну, так как в Леруа ошиблись, выписали фасад больше, чем нужно, то пришлось один фасад распиливать, часть ставить сюда, вторую часть вот сюда спилом вниз. Ну, соответственно, этот фасад будет меняться, будет покупаться вот такого же размера, 12,5. Так, по наполнению бутылочница. Здесь угловой шкаф, мойка, канализация немного доработана. И выводы воды. Наполнение ящики. Напомню, что Леруа использует фирму Хетик. Так, еще из нештатного. У Леруа штатный добор идет 4 на 4. Вот, соответственно, добор был увеличен, так как у нас позволяет место в помещении, и, соответственно, увеличился он еще по одной причине, чтобы ручки не ударялись об фасад. Вот из-за того, что в Леруа сильно маленький добор, то есть здесь фасад был бы смещен ближе и четко бы упирался в ручку. Но, к сожалению, проблема, поэтому для этого выписывается накладная панель. Дополнительно тут штатный добор вообще сюда не ставится, из накладных панелей пилится вот эта вставка. Оно, соответственно, крепится по штатному. Так, мойка металлическая, хорошая, ровная, все подключено. Далее, и, соответственно, из-за того, что у нас корыто мойки глубже, чем нужно, попадает на петлю, соответственно, часть стоевой выпиливается, петля переносится. Заглушек, к сожалению, нет таких. Все, стиральная машина. Пока так. Здесь обычный шкаф 15 сантиметров, две полки. По верхним шкафам полки стекляшки. Здесь стекляшки и угловой шкаф. Здесь, соответственно. Так, по низу. Угол у нас помещение развернутый был, пришлось немного отходить от угла, дабы эти шкафы встали, потому что конструкция вот этого углового шкафа подразумевает установку в угол стен 90 градусов. Здесь, соответственно, столешницы подгонялись уже по факту. Вытяжка, варочная панель горения, духовой шкаф также горение. Все подключено, установлено.